Всем привет! С вами интернет-магазин элитного садового инструмента из Европы Kado.ru. С вами Андрей Кулисов и Валерий. В этом видео мы хотим рассказать про новинку в нашей линейке. И даже не, у нас даже не новинка в линейке, а целая новинка категории. Это система полива AlbaCrab. Фирма швейцарская, из Швейцарии. Такое небольшое семейное предприятие. Фишка их в том, что они делают специальные садовые катушки, садовые тележки для шлангов из металла. То есть это не то, что продается там у нас, да, в интернет-магазинах и на Яндекс.Маркете можно посмотреть, все делается из пластика, все катушки, да. Вот. А чисто металлические катушки, которые служат очень долго лет. Это в нашей концепции нашего магазина, то, что вы купили один раз и пользуетесь всю оставшуюся жизнь. Сейчас мы сделаем распаковку катушки, которая у нас называется Silver. Эта катушка идет в сборе с поливочным шлангом, да, и со всеми аксессуарами, со всеми фитингами. Я еще сам не видел все это дело. Вот только мы вчера получили. И сейчас мы это все дело распакуем. Так. Вес катушки 13,5 килограммов. Вместе со шлангом в сборе она весит 35 килограммов. Ух! Так, что мы видим в комплекте? В комплекте у нас... В комплекте лейка фирменная, инструкция по сборке, нужен ключ на 13. Валер, ключ на 13 нам. Что здесь? Так. А здесь присутствует номер. То есть, если какие-то претензии возникают по качеству, то можно обращаться и называть непосредственно номер изделия, которое вы приобрели. Так, шланг фирменный AlbaCrab из ПВХ и специальные фитинги. Быстросъемные, для того, чтобы быстро соединить. Валер, дай ножичек, пожалуйста. Вот это надо чпок. Шланг не повредить. То есть здесь идет в комплекте вот такой короткий шланг, который у нас крепится к вот этой системе сюда. Быстросъемная система. И второй уже конец крепится к крану там, да, откуда у вас течет вода. И далее идет быстросъемная конструкция латунная в данном случае, и куда уже лейка присоединяется, лейка. Так вот шланг разматывается и сюда присоединяется лейка. Все эти фитинги фирменные, немецкие, Людека. Смотри, даже таких у нас нет в ассортименте. Быстросъемная. Так, здесь у нас 25 метров. Так, для того, чтобы нам ее собрать, нужно вставить эту штуку, да, ручку сюда, видимо, так. И закрепить. Так, у нас здесь что-то такое есть. Значит, на что стоит обратить внимание, что шланг не будет перекручиваться, так как вот этот
фитинг, куда входит шланг для подвода воды, он имеет в своей конструкции внутри подшипник. Угу. И он прокручивается как угодно. Хом. Нужно вот это вот. Вот так вот, смотри. А, знаешь, что такое? Это ключик. Видишь, вот это крутится. Ну да, с подшипником. Вот это, видишь, крутится? Да. Чтобы это зафиксировать, нужен ключик такой. Чпок. Вот так вот он делается. Так. Потом мы берем вот эти вот, да, штуковины, отсюда вставляем. Ну, нужно один раз собрать просто и все. Итак, мы собрали эту замечательную тележку, катушку для шланга фирмы Albacraft. И она отличается от других катушек, то что здесь, посмотрите, все сделано изумительно. Все практически сделано из металла. Единственное, что пластиковая это ручка для вращения, да, барабана. И пластиковые колеса, и одна маленькая пластиковая деталь, это держатель для шланга. Все остальное полностью металлическое. Производится все это в Швейцарии на заводе Albacraft. Фишка в том, что у них своя гальваника, да, специальные ванны, где они покрывают металл хромом либо цинком. В комплекте именно вот к этой катушке, потому что эта катушка в сборе, идет шланг поливочный премиум класса Альба из ПВХ, пятислойный, 16 миллиметров. Также в комплекте идут специальная быстросъемная вот так, муфта, специальная из латуни, очень высокого качества. Лейка с 10 положениями. Лейка с 10 положениями форсунок, да, вот этих вот. И с регулировкой больше-меньше. Плюс такая ручка идет, которая фиксируется в этом положении. Все мы это в скором времени испытаем и будем уже более детально вам рассказывать в наших следующих видео. Вот сюда мы раз. И тележечку повезли. То есть для чего эта тележка вообще нужна? Если вы занимаетесь поливом на своем участке, да, там грядки вы поливаете, там однолетние, многолетние растения, чтобы шланг у вас не болтался на участке, да, вы вот его или к крану с водой специально быстросъемными соединениями и начали работать. Разматывать уже на ту длину, которая вам интересна, да? И эта система работает под давлением от 12 бар до 30. Вот. Это система для таких, для небольших садов. Вот вы раскрутили, полили там, где вам нужно. Опять собрали шланг. Быстренько, да, с помощью ручки. И закрепили леечку здесь. И отсоединили уже сам шланг. Отсоединили сам шланг и уехали, убрали все. То есть никаких шлангов у вас на участке не валяется. Плюс, если у вас хороший дорогостоящий шланг, его нужно оберегать от перепадов температур, от прямых солнечных лучей, потому что вот шланги разрушаются из-за ультрафиолета, и если вот у вас постоянно на солнце находится, то шланги разрушаются. Для того, чтобы его сохранить, мы его все это свернули и убрали. Гарантия составляет 5 лет и 10 лет на
запчасти. В течение 10 лет будут выпускаться запчасти для этой конструкции. Это конструкция, да. То есть всегда можно купить запчасти какие-то. На каждый винтик, болтик есть свой артикул. Если что-то потеряли, если что-то сломалось, всегда можно у нас приобрести, заказать. То есть мы полностью будем отвечать за эту марку на территории России, полностью обеспечивать за запчастями эти катушки. Так что покупайте эти катушки великолепного качества, швейцарские, в интернет-магазине элитного садового инструмента kado.ru, а про остальное забудьте.